Здравствуйте, это канал доктор Мамонтов, канал о здоровье костей и суставов, канал об образе жизни. Сейчас я покажу очень простой способ избавления от болей в области локтевого сустава, особенно в области наружной ее части. Это называется наружный эпикондилит. Вот сюда прикрепляются мышцы, которые разгибают кисть, разгибают пальцы. И в силу различных причин возникает воспаление в этом месте, в месте прикрепления мышц. И это сопровождается довольно продолжительными и сильными болями. Человек не может взять какой-то предмет, долго удержать его за счет выраженных болей. Не может поздороваться с другим каким-то человеком. Это тоже сопровождается болями. Причины этих болей различные. Часто это встречается у музыкантов, у пианистов, скрипачей, виолончелистов, у дирижеров, у людей, которые длительное время находятся за рулем автомобиля, у людей, которые длительное время работают за компьютером. Это заболевание еще называется локоть теннисиста, довольно частое заболевание у спортсменов. Эти же боли могут быть связаны с шейным остеохондрозом и так далее и тому подобное. Причин очень много. Важно, что по наружной поверхности локтевого сустава есть выраженный болевой синдром, его как-то надо убрать. Для этого существуют специальные такие ленты, которые называются кинезиотейпы. Они продаются в аптеках, они представляют из себя сочетание тканей и бумажная основа. Вот с помощью таких лент очень хорошо лечится этот наружный эпикондилит. Так, вы берете кусочек ленты, сантиметров 15, отрезаете. Края этого кусочка вот так закругляете ножницами. Бумажка вот так вот разрывается. И на обратной стороне ленты имеется клеевая основа. Этот клей, он гипоаллергенный. И за счет вот этого клея у нас будет лента держаться. Находим свое больное место. Вот локоть. Вот больное место. Немножко руку разгибаем в локтевом суставе. Приклеиваем ленту выше места боли. Вот так вот ее приглаживаем. Затем среднюю часть ленты мы натягиваем. И конец ленты также приклеиваем без натяжения. Обычно лента держится на локтевом суставе 4-5-6 дней. С ней можно мыться. Она абсолютно не мешает в работе. И боли, как правило, проходят. Если боли не прошли, через 5-6 дней лента эта отклеивается и наклеивается новая. Если понравилось вам это видео, поставьте лайки, поделитесь этим видео со своими родными, друзьями, близкими родственниками. Всего вам доброго, до свидания и будьте здоровы!